другие методы. Этот форум, он действует в формате блиц-вопросов, блиц-ответов. То есть после того, как лектор даст свой доклад, вы сможете задавать вопросы и получать на них ответы. Но вопросы должны быть по теме, и вопросы должны быть короткими. Иначе, как бы, так как время ограничено, мы мало что успеем. Если у вас будут дополнительные вопросы, вы сможете подойти после занятия к кому-то из старших матеджей и обратиться со своим вопросом, если у них будет как бы на то время и милость. И вопросы просто можете писать на листике и передавать мне. Я буду сидеть вот в первом ряду, и я буду передавать их лекторам. Спасибо, Хари Кришна. Спасибо, Юлечка. Юля у нас выступает в роли координатора, ведущей, поэтому она будет следить за временем, чтобы лектор не больше времени говорил, вопросы, чтобы у нас был какой-то регламент. Добро пожаловать в форум. Спасибо вам, что вы пришли. Это вечные вопросы для нас. И так как прошлые форумы женские проходили, те, кто были в прошлые разы, проводила Матаджи Ласмарин. В силу определенных обстоятельств они не приехали с мужем на этот фестиваль. Но так как эту тему, да, она актуальна всегда, и мы поэтому по наставлению старших преданных мы решили ее продолжить. И у нас есть гости, старшие Матаджи, которые будут давать доклады, будут отвечать, вы можете обращаться с вопросами. И мы решили разбить 5 дней на разные темы. И сегодня мы просто как вступительное обсуждение у нас будет. Это образ женщины в ведических писаниях. И сегодня я буду говорить немного об этом. Завтра будет тема это целомудрие. Целомудрие и покорность. И в каждую тему будут вплетены разные маленькие темы, связанные там, как найти мужа, как там, можно ли, как если ссориться с мужем. То есть маленькие вопросы воспитания детей. В третий день вот у нас будет воспитание детей. В четвертый день у нас будет путь к сердцу мужчины. И вы догадываетесь, о чем будет. Пятое – это дружба среди матадж, которая будет способствовать развитию наших внутренних качеств. И каждый день будет определенный докладчик. И на другие матаджи будут также сидеть и отвечать на ваши вопросы. И поэтому я сначала хочу представить те, которые преданные, гости, которые будут участвовать в этом форуме. Это матаджи Тонгавидья Сакхи. Это жена Ачхюты Прабху, и она для нас является мамой и самой главной наставницей, которая обучает нас всему. Поэтому мы зависим от нее, поэтому у нас вот почетная власть такой, так что вы можете обращаться. Также у нас Тулисиманджари, она тоже старшая преданная в Киеве, наставница, она помогает очень многим матаджам. В свое время она была старшей вашими брахмачарини, и она очень возвышенная, я очень ценю общение тоже с ней. Также у нас матаджи Югала Перити, она у нас специалист по воспитанию детей. Матаджи там. Все вопросы, которые связаны с зачатием, беременностью, она у нас задает в Киеве. У нас тоже в Киеве проводится женский форум, а мы вот такой же командой проводим в Киеве женский форум. И поэтому просто теперь эта команда переехала вот сюда, на фестиваль. Таким же мы составом организовываем форум женский. И поэтому Югала Перити, она всегда у нас. У нас все матаджи, которые беременные, с детками, там, пеленки, все звонят ей, она их всех консультирует. Поэтому матаджи Югала Перити будет третий день давать воспитание детей. Также матаджи у нас есть Радхакунда, она вот будет давать доклад на вот молодая семья, она в свое время вела в Харькове ведические курсы, то есть она специалист по приготовлению просада, разных блюд, и поэтому для нее выбрали тему «Путь к сердцу мужчины лежит». Вот. И мы будем обсуждать эту тему, насколько важно для женщин обладать этим искусством. И в пятый день это будет матаджи молодая преданная Наташа. Она сегодня не присутствует. Она будет давать, так как она проводит намахаты женские для матадж.
для девочек молодых. У нее есть опыт, и она будет рассказывать, делиться, поднимем тему о дружбе. И как это влияет на развитие наших качеств. Я посмотрю, сколько по времени. Мы сегодня начнем читать Шримад Бхагаватам, так как благоприятно всегда прочитать тексты Шримад Бхагаватам и одухотворить атмосферу. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Это знаменитый текст, который мы читаем, перечитываем и еще раз перечитываем и учим наизусть. Это седьмая песня, вторая часть. 7.11.25. 7.11.25. Мы его часто тоже обсуждаем на женском форуме, но здесь очень важные выделены четыре качества, которые, о которых говорится, которые могут прославить жену. Тринам чапати деванам тачхушрушану кулата тадбанхушвану лютища нитьям тадврата дарнам. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж, вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины. Еще раз. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж. Вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины. Комментарий Шрилы Прабхупады. Для мирной семейной жизни крайне важно, чтобы жена следовала обетам своего мужа. Если жена не согласна с какими-то его обетами, их семейная жизнь будет отравлена. Чинаки Пандит дал на этот счет очень ценное наставление. В доме, где нет распри между мужем и женой, поселяется сама богиня процветания. Женщину следует воспитывать так, чтобы она могла соблюдать правила, перечисленные в этом стихе. Главное, для добродетельной женщины всегда заботиться о благе своего мужа и любить его. Мы прочитаем только часть комментариев. Дальше Шрила Прабхупада будет говорить о Варнашриме в этом тексте. Поэтому мы сегодня на основе этого комментария и на основе писем Шрилы Прабхупады, которые я нашла Прабхупада в Шикшамрите, мы поговорим о образе женщин. Какой же образ был создан для женщины и какая она должна быть в ведическом обществе? Я думаю, что мы даже сядем ближе вот сюда, потому что я смотрю, преданный подход и не будет места. Ближе. Будет, да, не будет пропасть. Ну вот, вот так нормально. Спасибо. Перед камерой не будет садиться, не надо. Итак, прежде чем мы начнем, я хотела вас спросить один вопрос. Вы подумайте, в своем сердце не могут все ответить, или кто-то поднимет руку. Подумайте, что вас может сделать счастливым. Громче. Любимый, любящий муж. Я буду повторять, потому что записывается. Счастливый муж. То есть мы смотрим с позиции, что нас может сделать счастливым. Но, значит, кто-то нам должен себя притворять, да? А на самом деле, что нас может сделать счастливым? Любовь к Богу, уже очень горячо. Чувство защищенности для женщины, это очень важно в ведическом обществе. Еще какие-то варианты? Забота о семье. Забота о семье, когда женщина, она занята полностью заботой о семье, она занимает все свои чувства, служит детям, да. Да. Да, то есть реально, если мы имеем мужа, имеем детей, то как вы думаете, мы научимся служить? Я думаю, они нам помогут. И поэтому это качество служения, терпения, смирения, они у нас придут во время того, как мы будем
проходить грехосхашу, и в конце концов Кришна будет удовлетворен, потому что мы все эти качества приобретем, и в конце концов придем к нему. Мы перестанем быть эгоистичными, мы будем думать о других. То есть реально для нашего формы тела, женского тела, то есть это очень важно, грехосхаша. И мы знаем, что в Бхагавад-гите Кришна сам пишет, что я создал Варну и создал Ашву. И поэтому это его система, поэтому мы должны следовать его системе, это его удовлетворяет. Также мы можем, посмотря на себя, понять, что мы не такие отреченные матыши, которые готовы совершать аскезы, воспевать молитвы и не смотреть, как мы выглядим. То есть мы не относимся к той категории. Это были единичные, очень возвышенные, преданные матыши, которые в прошлой жизни совершали такие тоже аскезы, и у них было желание быть отреченными. Но в основном мы все имеем определенное и желание, и ожидание, и Кришна нам помогает их реализовать через грехасхашу. Поэтому мы не отреченные, поэтому нам нужен грехасхаша. Также мы должны следовать этому ашраму и быть примером для других. Потому что если мы, например, живем в социуме, и люди другие, они знают, что мы кришнаиты. И если они будут видеть, что ваш муж счастлив, вы, дети ваши, начищенные, вымытые, счастливые, удовлетворенные, то они скажут, да, эти преданные, они, ну что-то у них есть, то есть они следуют, то есть мы должны ради примера делать это совершенным образом. И это будет для нас лучшей проповедью, потому что брахмачари, они могут проповедовать на улице, выходить и говорить, а их спрашивают, а у вас есть жена, а у тебя есть дети? Вот когда у тебя будет жена и дети, это моему мужу говорили на Санкиртане, такой он книжечку приготовил, а он говорит, а у тебя жена есть, когда он будет брахмачарием, а дети есть. Вот когда у тебя это все будет, и ты будешь, придешь потом к нам. Поэтому грехасхи, они очень сильно проповедуют, потому что они живут в социуме, они живут, у них соседи, у них есть родители, у них есть друзья. И если вы подаете пример хорошей семьи, тогда 100%, что люди, есть шанс, видя вас, они смогут каким-то образом принять сознание Кришны. То есть Кришна сможет войти к ему в сердце. Также, как вы правильно сказали, что в ведической культуре женщина, она всегда находится под защитой. То есть она сначала находится под защитой отца, потом отец ее выдает замуж, она находится под защитой мужа. Потом, если муж уходит или принимает саньясу, или оставляет тело, он находится под защитой своих сыновей или детей. То есть она всегда под защитой. И я просто, многие общаются с преданными, которые остались, вот, матыши без защиты. Реально, это беспокойный ум, это куча проблем, это много беспокойств. И поэтому для женщин важна такая защита. И мы будем говорить об этом тоже. Также женщина, она является хранительницей культуры, хранительницы традиций, устоев. Поэтому, если женщина поддерживает своего мужа в его религиозной деятельности, то тогда ведическая культура она будет распространяться. И Шива Прабхупада выделял два качества, что нужно для женщины. Это будет целомудренность и умение готовить, о котором мы поговорим в четвертый день. Но также еще выделяю такое качество, которое очень важно для нас, это быть удовлетворенной. Оно такое объемное и такое в себя много убирает, потому что если женщина не удовлетворенная, то мужчина автоматически будет думать, что она не удовлетворена мной. Если у нее постоянно неудовлетворенное лицо, она все время жалуется, требует от него что-то, то мужчина не будет счастлив. И у него пойдет охота заботиться о таком матыше. Поэтому нам нужно находить удовлетворенность. Это мы будем говорить и в сознании Кришны, в общении с матаджами, в исполнении своей дхармы и быть удовлетворенным. То есть это качество очень важно. У девочек маленьких их воспитывали так, что они должны были удовлетворены быть в семье. Вот у него есть папа, он приносит определенное количество денег лакшми, и она удовлетворена. Она благодарит папу, она благодарит маму. И потом, когда она вырастет, какой бы муж Кришна не послал, она будет всегда благодарна. Потому что мне в детстве еще
вот это сердце, благодарное сердце. Поэтому для нас это качество очень важно. И я хочу вам сказать, что вы не должны думать, что вот я говорю, я там специалист, поэтому я сама себе проповедую, и мы специально собираемся на такие форумы, чтобы напомнить себе еще раз об этих понятиях, которые мы должны знать. Также говорится, что когда женщина, она исполняет свой долг, то Мадаши Прачаланда, проходите, пожалуйста, сюда. Также, если женщина исполняет свой долг, то она становится непобедимой. Все желания ее исполняются. Представляете, муж просто исполняет ее все желания. Говорится, что если женщина первые 5 лет своему мужу будет говорить «да, прабу», «я согласна, да, прабу», «да, прабу», то все оставшиеся жизни будут говорить вам «да». Поэтому если вы до этого говорили уже «нет», то начните хотя бы сегодня говорить ему «да». И тогда вы увидите, насколько мужчине важно вот это наше согласие с ним. Потому что им не нравится, когда мы спорим, когда мы не уверены в них, когда мы сомневаемся. Для них это подрывает их весь авторитет. Поэтому вот это слово «да» для нас должно быть стать золотым. Также женщина, которая исполняет свой долг, а красота не знает ее границ, не знает границ. Все, что она приготовит, становится нектаром. Место, где она проживает, оно становится обителью богини Лакшми. И Прабхупада как-то одному ученику своему написал письмо, и он привел цитату Чинаки Пандиты. И говорит, что если у человека нет матери, или у него непокорная жена, то жить в таком месте, это подобно тому, что он живет в пустыне. Поэтому нам нужно постараться сделать наши дома не пустынными, для мужа, а чтобы он хотел идти в этот дом, чтобы он чувствовал, что жена его поддерживает и любит. И так как мы вот сегодня прочитали об этих 4 качествах, еще о 5-м это целомудрие, и вот 1-е это целомудрие, также 2-е это служить мужу, 3-е доброжелательно относиться к нему, также быть благосклонно к родственникам и друзьям, это 4-е и 5-е, следовать тем же обетам, что и муж. Если мы будем развивать в себе вот эти 5 качеств, то знаете, что муж будет доволен. Мы знаем, что в священных писаниях есть примеры многих матерей святых, которые прославились не как сварливые жены, не ухаживающие за детьми, а именно прославились тем, что они были целомудренные и очень любили своих мужей, были преданные. И мы знаем Ганхари, да, описано в Шримад-Бхагаватам, это жена Дхритараштры, что когда ее отец решил выдать ее замуж за царя Дхритараштру, и он был слеп от рождения, то она, чтобы не возгордиться, она решила завязать себе глаза повязкой. И таким образом она накопила очень большое благочестие и была очень целомудренная. Также мы знаем знаменитую, я сегодня небольшую историю расскажу, о Сите, жене Рамы. Джахнави Мата, она жена Господа Нитянанды, она очень помогала своему мужу, то есть она была проповедницей, открывала, принимала учеников, при ее жизни даже установили Мурти, то есть насколько она помогала своему мужу проповеди. Также мы знаем Сати, жена Господа Шивы. В Шримад-Бхагаватам описана история Сукхани, чем нам завтра Мата Жима Чинтамани больше расскажет об этой истории. Но я хотела немножко рассказать небольшую историю о Сите. Когда они с Рамой уже уходили в изгнание, они пришли в лес Дандакаранья, и они пришли в ашрам мудреца Атримуни Янасури. И Рамачандра, они ушли с Атримуни говорить свои мужские вопросы, а Янасури они с Ситой начали общаться. И Анасуя начала прославлять Ситу. И она сказала: «Сита, ты очень прославленная женщина, ты очень верная, целомудренная. Ты вместо того, чтобы остаться во дворце, ты пошла за своим мужем. Ты очень верная». Но Сита, она смутилась, покраснела и говорит: «Понимаете, у меня, говорит, муж, он самый красивый. Он самый сильный, он самый отреченный.
Но, говорит, моей верности не пришла проверка. Если бы мой муж был некрасивый, сварливый, больной, смогла бы ли я пойти за ним в лес? И это является показателем нашей верности. Поэтому Анасуя, когда услышала этот ответ от Ситы, она восхитилась и сказала: «Ты мне описала суть преданности». И она подарила ей мазь, и когда намазалась, она оставалась всегда светящейся и красивой, и не старела. Такова сила была у Матаджи Анасуи. И Матаджи Анасуя, она тоже прославилась своим целомудрием, она была женой Адримуни. И она настолько накопила себе благочестие, что полубоги, они подумали, что она своей силой может завладеть царством полубогов. И они пришли и начали жаловаться. Они начали жаловаться Шиве, Брахме и Вишну, что вот есть такая Матаджи Анасуя, которая ей прислуживает и солнце, и огонь, и она может проклясть кого-то своей силой. И поэтому она может скоро и царство завладеть. И вот они приходили к разным полубогам и рассказывали. И тогда Шива и Брахма и Вишну, они решили встретиться с этой Матаджи и сделать так, чтобы ее вот эта сила, она пропала. И они пришли в тот момент, когда ее муж Адримуни был не дома. И когда они пришли, они сказали: «Мы хотим покушать, почтить просад, пожалуйста, Матаджи, вы можете нас накормить». И они поставили одно условие. Они сказали, что вы должны нам прислуживать обнаженной. Но женщина, она не может представиться обнаженной перед другими мужчинами. И Анасуя, она была возвышенной Матаджи, и она понимала, что это непростые личности, к ней пришли, что они пришли ее проверить. И она, пойдя на кухню, она сначала предложила: «Может, вы сейчас совершите медитацию?» Они: «Нет, мы сейчас хотим кушать». И она вошла на кухню, и она очень начала сильно молиться своему мужу, и она начала представлять, что они ее дети. И она своей мистической силой представляла, что они ее дети, и у нее из груди полилось молоко. И она вышла, и они превратились в младенцев. То есть три маленьких ребенка вот этой своей силой мистической. И когда она им прислуживала, она их кормила, она их отдала на качельки. И когда Адримуни вернулся домой, он понял эту сцену, все. И полубоги, они приняли свою изначальную форму, они сказали: «Мы очень довольны твоей женой, просите, что хотите». И она сонно сказала: «Я хочу, чтобы вы всегда оставались моими детьми». И так у нее появились такие тримурти, три ребенка. Дататрея, Чандра и Дурваса. Поэтому, в принципе, какой образ женщине отводится в нашей ведической культуре, которую мы несем, это образ жены и матери. Хорошей жены, послушной жены и хорошей матери, которая воспитывает своих детей, и дети, которые счастливы в сознании Кришны. Но с другой стороны, является ли нашей целью, матушка сегодня правильно заметила, что только ли будем ли мы счастливы, если мы будем хорошей женой, хорошей матерью, только ли это сделает нас счастливой. Прежде всего, нас сделает счастливой — это наши отношения с Кришной. Поэтому мы должны, имея определенные обязанности, развивать свои отношения с Кришной. Это связано с садханой, джапа, киртан, воспевание, чтение книг, слушание, общение с преданными, поклонение божествам, то есть развивать свое сознание Кришны. И если я смотрела письма Шивы Прабхупады, и он описывает, что даже если у вас, он говорит, если пара женится, то вы должны провести обряд им в храме, они должны знать. Они должны пообещать, что они никогда не разведутся, не расстанутся. И они должны знать, что телесные отношения между мужем и женой вторичны. Главным является то, что они должны помогать друг другу развиваться в сознании Кришны. Это письмо Шивы Прабхупады Брахмананде. Поэтому
у нас может быть какая-то определенная дхарма, и дхарма — это правило определенное, которое мы следуем. И мы видим, что в Бхагавад-гите до 18 главы Шрила Прабхупада описывает около 697 стихов о карме. Говорит, вот это вы должны делать, о правилах. Но потом он произносит стих «Манмадан Бхава Мадбахто» и «Сарватхармам Паритекшан». Да? То есть просто думай обо мне, оставь все обозначения, оставь все религии, просто предайся мне. И поэтому для нас нужно понимать, что у нас есть определенное правило, дхарма, но мы должны исследовать, но также мы должны понимать, что у нас есть высшая дхарма, санатана дхарма, что у нас есть отношения с Кришной. Все, мне подсказывают, что надо закончить, поэтому преданно, если будут возникать вопросы, вы можете писать, и преданные будут отвечать. Хорошо? Спасибо вам большое. Будем продолжать общение. Я буду задавать вопросы, и преданные, которые здесь сидят, преданные, кто-то... Вопрос. Подойдите ближе, он короткий. Вы говорили, что девочку надо воспитывать благодарно. Как бы, ну, раньше время это в семье уже изначально было заложено, как бы, муж, жена там. В наше время, конечно, отношения совершенно по-другому строятся. И вот у меня есть ребенок, и, конечно, я его воспитываю сама. У меня стоит вопрос, как ей сделать, ну, научить быть благодарным. И, тем более сейчас возраст 8 лет, такой немножко кризис, или как это его назвать. И вот я думаю, как ей сейчас вот это заложить, не потерять это время, чтобы действительно она научилась быть благодарной. То есть... Хорошо. И вы говорите, у нее есть двое замечательных детей, мальчик Харитон и Марта. Очень хорошие дети. Простите, я пришла сюда первый раз и послушаю, что здесь происходит, вообще что за события. Засада получилась. Честно, как бы мне трудно, я так поняла, вы без правды, да, вы одна. Это очень трудно, на самом деле, мне давать вам наставления, как для мамы, которая воспитывает одна ребенка, потому что так неудобно мне говорить. И тут, на самом деле, я даже не сколько свой опыт, а сколько... Если брать наставление Шрилы Прабхупады, это только через любовь, понимаете? То есть если вы сможете ей дать столько любви, ну как бы заместить ей отца, да, то есть, потому что для девочки, для нее катастрофически важно присутствие мужчины в семье, чтобы дать ей ту защиту, которая поможет ей в жизни идти. Но вам ни в коем случае не надо играть роль папы, то есть тоже и швец, и жнец, и дочки, и грец. Есть какие-то нюансы, если вам интересно, я могу вам потом ответить просто после лекции, если вам есть... Это очень индивидуальная ситуация, нельзя говорить однозначно по отношению к вам, к вашему ребенку. Какие-то... Я еще не совсем поняла вопрос. Вы хотите сказать, что как она, чтобы она была благодарна за то, что вы ей даете? Мне когда тоже я об этом узнала, честно скажу, думаю, господи, как я могу об этом учить свою дочь, если я сама не благодарна? Но как я меня вдохновила, честно вам скажу, меня вдохновила книга Радхнатхи Свами «Путешествие домой». И когда он говорил о том, что его мама всегда просила его, чтобы он всегда благодарил все, что бы с ним ни происходило, за все. Даже когда он еще был ребенком, он ходил к соседям, кому-то что-то кушал, и он приходил домой, и мама спрашивала, ты сказал спасибо, ты поблагодарил. И в своей книге он описывает о том, что благодаря своей матери он настолько это чувство благодарности в себе взрастил, что она постоянно ему об этом напоминала. То есть для меня это, ну то есть я то же самое, после этой книги я постоянно стала говорить своим детям. А ты за это поблагодарила, а ты за то поблагодарила. Ну то есть вот самые маленькие нюансы.
Сначала это восходит, как это сказать, на уровне какой-то слов, да, то есть они не принимают до конца. Но потом это приходит в привычку, они начинают от этого получать удовольствие. Это мой опыт. Я не знаю, ответила на ваш вопрос или нет. Спасибо, Югорь, берите. Может, Матыша Браджананна? Браджананна, подсаживайтесь ближе, пожалуйста. Матыша Браджананна тоже старшая преданная в Киеве, и у нее очень замечательные дети, замечательная семья. Старшая преданная. Очень старшая. Ну, берите, что-то она все сказала, а самое главное... То, что мы можем говорить детям то, что угодно, но если мы сами неблагодарны, то они благодарными не станут. Наши дети — это наши гуру. Они нас меняют. Мы хотим стать лучше. Просто вот ради них, да, мы готовы меняться, становиться лучше. И мы знаем, если мы хотим вырастить ребенка благодарными, значит, мы должны учиться сами быть благодарными. Мы можем говорить что угодно, но действовать будут дети так, как действуем мы. По-другому не бывает. Они нас копируют. И ну, тоже, как Юлия Перетти сказала, что мы в себе взращиваем это понимание того, что все, что в нашей жизни происходит, мы должны это с благодарностью принимать. И если мы это взращиваем в своем сердце, дети автоматически это будут перенимать от нас. Ну, по-другому не бывает. Что делать Матаджи, если ее недовольство возникает вследствие неправедных поступков мужчины? Нужно ли что-то менять себя или оставить Прабху, если они еще не в браке? Ну, то есть есть некоторые моменты, которые бы прояснилось, бы, что такое неправедные поступки, если они не в браке, то есть они либо живут в гражданском браке, либо они просто встречаются, просто непонятно. Но с другой стороны, если просто в общем, то... Если, например, мужчина что-то делает. Если, например, муж что-то делает неправильно, то мы можем спросить себя, почему он так делает. Да, например, если он там задерживается с друзьями, или он избегает, не хочет долго находиться дома. Может, мы что-то делаем так, что ему не хочется приходить. Или... То есть мы должны прежде всего спросить у себя, может быть, мы что-то можем улучшить свои отношения, по отношению к нему проявить больше любви. И тогда он сможет заметить это и оценить. Но исправлять мы не можем. Ну, пробуем менять. Потому что когда Матаджи выходит замуж, у нее должно быть такое понимание, что она выходит замуж не с тем условием, что она должна поменять Прабху. Вот он такой, я его сделаю через год, через два другим. Нет. У нее должно быть настроение, я принимаю этого мужа вот такой, как он сейчас. Если на Кришну то будет воля, он изменится. По Кришне мы не способны его изменить. Поэтому мы должны его принимать вот таким, как он есть. Если он сейчас такой, смогу ли я ему служить? Потому что у нас тоже, мы с Прабху, у нас была одна семья, которые все не могли между собой, в общем, ссорились. И мы сели вчетвером, не будучи женаты, и она говорит, он говорит, вот если бы она была такая, а она говорит, а если бы он был такой, мы говорим, ну вот примите, вот она сейчас такая, он такой, вы сможете вот служить сейчас, вот так, не с тем, что я его исправлю. Поэтому это очень важно для Матаджи смотреть, если они тем более не расписаны еще, не замужем. Она должна смотреть, смогу ли я сейчас принять этого мужа с такими вот качествами служить ему. Не думаю его изменить. Может быть, кто-то еще добавит. А механизм принятия, как лучше принять? Можете объяснить? Механизм принятия. Механизм принятия мужа? Да. Вот если ты принимал в одно время. Вот сюда, кто вы смотрите. Видите, вы как-то так вот. И микрофон только далеко.
Ну, сейчас Лось Манжари дополнит по этому, а потом о механизме принятия. Ну, это связано. В связи с этим, с тем, что, о чем мы до этого говорили, то есть очень важно, если преданные встречаются, но они еще не расписаны, и девушка, она должна понять, что, то есть, во-первых, хорошо, чтобы на эту ситуацию, если она сама не уверена, то хорошо, чтобы кто-то из старших, кому она доверяет, и кто опытен в семейной жизни, успешен в семейной жизни, он смог как бы помочь ей зрелость посмотреть на эту ситуацию как бы с разных углов зрения. То есть, возможно, как бы есть объективные недостатки, которые, с которыми ей будет сложно иметь дело в браке. Но, возможно, это просто как бы ее какие-то идеализации, потому что очень часто, когда девушки встречаются или мечтают о будущем партнере, то у них как бы слишком завышенные какие-то ожидания. И то есть девушке можно понять, действительно ли это объективно, либо это то есть просто ее какие-то завышенные ожидания. Ей нужно понять, что в любом случае, за кого бы она ни вышла замуж, будут и достоинства, и недостатки. И рассматривая как бы, ну, какой-то конкретный вариант, допустим, ей кто-то сделал предложение, то есть она должна рассмотреть, как бы эту личность очень, то есть, да, да, разносторонне, то есть его духовное положение, его социальное положение, его возраст, его как бы заработки, то есть его друзья какие, то есть с очень-очень-очень многих точек зрения. И лучше, если это помогут сделать старше, если девушка еще сама неопытна в этих вопросах. Тогда это поможет ей избежать многих, как бы, многих ошибок. И в любом случае она должна понимать, что какой бы у нее ни был партнер, все равно будут у него какие-то недостатки. И она, то есть что-то придется терпеть, над чем-то придется работать. Просто она должна взвесить как бы свои силы, сможет ли она вот в этом, с этим вариантом работать и как бы принимать его, как сказала Матуджара Салила, и духовно развиваться, духовно продвигаться и помогать своему мужу также духовно развить. Буквально немножко добавлю. Мы с Прабу в семейном комитете участвуем. И иногда Прабу не приходит с ожиданиями определенными к Матаджам, а Матаджи с ожиданием к Прабу. И вот реально такое ощущение, что как будто мы ожидаем, что наш муж будет, он как Кришна, вот вообще, а муж, а мужчина ожидает как вот Радарани или Лакшми. А реально, если посмотреть на нашу жизнь, то скоротечную, кому-то 20, кому-то 30, кому-то 40, 50 лет осталось до того, как остает тело. И на это время нам нужен друг, которому мы будем смотреть в одну сторону, мы будем идти к Кришне. Но если мы будем перебирать, искать идеального, то мы можем остаться ни с чем. Поэтому если немножко приземлить, для тех, кто, например, не замужем, не быть категоричными и не идеализировать. Потому что иногда матери говорят, а вот я за него, он мне не нравится, потому что он не дает лекции, он не сидит на Вьясасане. То есть такие критерии, которые, ну, непрактичны. Поэтому спрашивала критерии принятия. Ну, способ, не критерии, а как бы пути принятия, вот как вы порекомендуете. Ну, как раз ко мне. Я заодно себе попроповедую. Механизм очень прост. Пока мы не осознаем, что я духовная душа, слуга Кришны, и всех его преданных, и всех вообще вокруг, то это невозможно. То есть какие-то, ну, до какой-то степени можно принимать, но все равно это работать не будет. Я вот 19 лет в браке, я вижу, что единственный способ принять человека, живущего рядом с тобой, мужа, не знаю, ребенка, друга, кого угодно, возможно только когда ты понимаешь, что ты слуга этого человека, и твоя обязанность служить ему. Тебе никто ничего не должен, никто тебе ничего не обязан. Ты пришел в этот мир со своим багажом, со своей кармой,
все, что тебе выдадут окружающие, то, что ты принес, то, что ты накопил. Если тебе что-то не дает, то потому что ты не принес. То есть не заработал ты этого. Все, что к нам приходит, приходит к нам от Кришны. И приходит не просто так. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что я сохраняю преданному все, что ему нужно, и даю все, чего ему не хватает. И, ну, логически можно сделать вывод, что если у нас что-то не забирают, то нам это не мешает, нам это нужно. Поэтому свою жизнь надо научиться принимать так, что все, что ко мне пришло, мне это нужно. Нужно для того, чтобы я изменилась как-то, что-то поняла, поменяла в себе. Менять нужно не окружающих, менять нужно себя, свое отношение к жизни, к людям. И это, в общем-то, единственный способ. И приходит со временем. А механизм очень прост. Механизм — это молитва. Другого механизма нет. Мы сами не можем. Не получается. Вот я много лет билась, и вот пока тебя Кришна не доведет до такого отчаяния, что ты начинаешь молиться, и ты понимаешь, что Кришна, я не могу. Не могу. Только ты можешь это сделать. Тогда что-то начинает меняться. Но как только ты начинаешь думать, о, у меня получилось, я могу. Вот. Кришна опять тебе показывает, кто все может, то уж точно не ты. Так что женщина может быть по-настоящему хорошей матерью, хорошей женой, только если это глубоко, если она глубоко религиозна, если она живет в глубокой молитве, завися полностью от Господа. Потому что часто жизнь женщины напоминает прыжок в пропасть. Что, как это не печально звучит, предаваться мужу бывает очень трудно. Мы должны понимать, что предаваясь мужу, мы предаемся Кришне. И Кришна этого хочет. И такого положения женщина, она зависима. Она зависима от мужа. И если она следует за ним, верна ему, удовлетворена тем, что он ей дает, он удовлетворен. Когда он видит, что он удовлетворяет свою жену, что она довольна тем, что он ей дал, он будет счастлив. И тогда Кришна будет счастлив. И Кришна дарует нам свои благословения. Единственный способ женщине заслужить благословение Кришны — это удовлетворять своего мужа. Это Кришна. Да, наша джапа, она молитвенна, безусловно. Но когда мы молимся в джапе, мы скорее молимся не словами, а мы повторяем святое имя в определенном настроении, в определенном состоянии. Но когда нам тяжело, и мы обращаемся к Кришне, конечно, мы обращаемся в молитве со своими словами. Иногда бывает, может быть, тяжело молиться, прям вот так вот разговаривая с ним. Тогда можно сесть, написать ему письмо. Может быть, так будет легче. Но обычно, когда тебе трудно, да, как царица Кунти молилась, когда какие-то трудные ситуации возникают в жизни, тогда молитва идет очень легко, зависимость такая проявляется очень легко. Да, женщина обязательно должна молиться своими словами, обращаясь к Кришне, разговаривая с ним. Мы можем молиться, обращаясь к молитвам наших предыдущих ачарьев, мы можем молиться, читая молитвы святых женщин, которые написаны в Шримад-Бхагаватам. Сегодня была у Пада Харидаса Прабу на его классе баджанов. Потрясающий баджан Бхактивинода Такура о том, чего я не хочу в своей жизни как преданный, чего я хочу в своей жизни как преданный. Очень глубокий баджан, очень эмоциональный. А там вот в молитвах наших вайшнавских ачарьев, как он сегодня сказал, что это очень сокровенные, это секреты вообще, тайные вещи, очень глубокие. Как молится возвышенный преданный, как молится святой преданный. И нам надо изучать Бхагаватам, изучать молитвы наших предыдущих ачарьев. Они очень эмоциональны, у них очень глубокие отношения, очень глубокий взаимообмен с Кришной, зависимость такая от него. То есть нам надо как преданным углублять свою жизнь духовную, в этом женская сила.
вот в этой молитве зависимости от Кришны. Именно там мы эту силу черпаем. Мы не от мужчин, это вот высасываем, знаете, как пиявки. Мы прямо от Кришны и наполняем своих мужчин этим. Молитва должна быть обязательно от сердца. Может, мы постараемся покороче, потому что много вопросов скопилось. Давайте тогда постараться коротко отвечать. И, значит, вы можете, да, там вопросы, вот, или вы дополнить хотели. Да. Угу. Так как это очень важный вопрос, то я хотела бы, хотя мы в прошлом году уже немного затрагивали эту тему, вы были в прошлом году, но нет? Я бы очень хотела зачитать, если преданные не против, из Шримад-Бхагава там важный стих и комментарий по этому поводу. Потому что, как мы в прошлом году разбирали, что есть определенные принципы, на которых как бы строится наша, ну, то есть наша дхарма. И если мы эти принципы поймем, тогда мы сможем в нашей конкретной ситуации применить их в свою жизнь. Можно прочитать? Это вот как раз из истории отношений Сукани и Чайвана Муни. Чайвана Муни был очень гневлив, однако Сукани, как верная жена, всегда вела себя с ним очень покладисто. Понимая характер супруга, она невозмутимо служила ему. Это из 9 песни 3 главы. Комментарий Шрила Прабхупады. Такими должны быть отношения между мужем и женой. Великие люди, подобно Чайване Муни, всегда стремятся занимать главенствующее положение. Они не склонны никому подчиняться. Вот почему Чайване Муни был так гневлив. Но его жена Сукани понимала характер мужа и вела себя соответствующим образом. То есть не потому, что муж идеален, мы его принимаем, но мы принимаем мужа таким, какой он есть, потому что он муж. То есть это наш покровитель, это тот, за кем мы идем в своей духовной жизни. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, она должна понять характер своего мужа и стараться доставлять ему удовольствие. В этом победа женщины. Жены Господа Кришны были дочерьми великих царей, и тем не менее в отношениях с мужем они вели себя как его служанки. Какой бы великая женщина ни была, она должна вести себя с мужем именно так. Иначе говоря, она должна быть готова выполнить любое распоряжение мужа и всегда стараться удовлетворить его. Только тогда она будет счастлива. Если жена так же вздорна и требовательна, как муж, их семейная жизнь будет оставлять им одни беспокойства и в конце концов разрушится. В наше время, когда жены не подчиняются мужьям, большинство семей распадаются из-за сущих пустяков. Либо муж, либо жена подают заявление на развод. Но в ведическом обществе нет такого понятия, как развод. Поэтому женщины там учат повиноваться воле мужа. На Западе такое отношение к женщине называют ее рабством. На самом деле это не так. То, что Матаджи Лиласмарана в прошлом году особо подчеркивала, Шрила Прабхупада говорит, это особая тактика, с помощью которой женщина может завоевать сердце мужа, каким бы раздражительным или грубым тот ни был. В примере с Чайваной Муни мы видим, что хотя он был стар и годился Сукани в дедушке, вдобавок ко всему был очень гневливым, юная Сукани, прекрасная дочь царя, подчинялась своему престарелому мужу и старалась ему во всем угодить. Так она исполняла долг верной и целомудренной жены. То есть, когда мы понимаем вот само это понятие верности и целомудрия, то есть это принятие мужа, это понимание его настроения, понимание его личности, и мы стараемся то есть, увидеть эту личность очень, как бы очень конкретно, с его качествами, со всеми его проявлениями, и служить ему, помогать ему во всем. То тогда мы как бы, то есть это на уровне сердца мы сможем принимать его и то есть мы сможем исполнять свою дхарму, свой долг. Все. Хорошо, давайте пойдемте быстрее, много вопросов. Вопрос. Насколько важно и необходимо покрывать голову во время фестиваля в жизни? Хари Кришна, спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле очень важный вопрос, потому что какие-то есть противоречия по этому поводу. Постараюсь быстро, потому что тоже достаточно глубокий вопрос. С внешней стороны, когда мы с вами покрываем голову, это наша защита. Ну, вы можете проверить. Ну,
много, да, можно снять, и сразу чувствуешь себя более раскованно, как-то более уверенно, скажем так, да. То есть не секрет, что некрасивые женщины не бывают. Ну, факт. Они там молодые, старые, полные, худые, неважно. Все женщины очень привлекательны, потому что у всех у нас есть вот эта вот капелька охлаждения шакти у всех, поэтому очень привлекательны. И когда женщина, то есть это тоже один из аспектов, она ходит как бы с непокрытой головой, просто волосы наши, да, тоже очень имеют привлекательную силу, с распущенными так вообще, все ее мужчины, где бы она ни прошла. И когда мы покрываем с вами голову, это на самом деле для нас же, защита нас самих. Говорится, это аспект целомудрия. Может быть, немножко сумбурно, но просто мне хочется о многом сказать за короткое время, что это означает. Это означает, что когда вы покрываете голову, то вы тем самым говорите: «Нет, я не хочу иметь никаких других отношений с другими мужчинами, кроме своего мужа». Также более, ну вот, это тоже, скажем, в том аспекте, для чего мы носим украшения. Например, серьги в ушах, в носу, да, вот браслеты на руках, браслеты на ногах. Это не просто так. У нас здесь энергетические центры, здесь и отсюда идет тоже энергия определенная. И когда мы носим эти украшения, они тоже являются нашей защитой. Защитой того, что просто женщина — это уникальное, удивительное создание. У нас, мы приходим в этот мир уже изначально с определенными, мы как бы приходим полноценными. У нас энергия вот это процветания, да, энергия успеха, энергия привлекания, привлекательности находится у нас в полной мере. И когда мы, скажем так, одеваемся определенным образом, вот как сейчас принято, да, короткие юбочки, там какие-то топики, вот, то вся эта энергия, она по сути уходит от нас. Понимаете, и мы становимся не женщинами, мы становимся полуфабрикатами. Ну, простите, пожалуйста. Мы как бы на внешнем грубом уровне вроде бы привлекательны, но вся энергия, наша красота, вся внутренняя наша красота, она растрачивается. Волосы у женщины — это вообще это самый, скажем, такой самый привлекательный аспект. И когда мы покрываем голову, мы говорим: «Нет, я хочу, чтобы это осталось со мной, я хочу быть целомудренной, я хочу быть чистой, я хочу быть защищенной». С более, скажем, глубже, если глубже еще смотреть, да, то это, когда я покрываю голову, то я как бы говорю, что я знаю о своей силе привлекательности, я знаю, я могу ею воспользоваться, но я не хочу, потому что я забочусь о своем муже, чтобы дать ему возможность духовно прогрессировать, а не деградировать, да, не чтобы у меня отношения только на телесном уровне были. Мало того, я забочусь о своих духовных братьях, о брахмачари, которые рядом со мной ходят, о духовных учителях, понимаете, потому что, да, они на возвышенном уровне, но так или иначе, мы очень привлекательное создание. И я просто как в подтверждение этого хочу один пример рассказать. Есть такой проповедник, достаточно знаменит, может кто-то знает, Павана Прабу, лидер Волжской общины. Он в свое время давал определенный семинар, там, и, естественно, были Матаджи Прабу, но больше Матаджи было. И вот в конце своего семинара он сказал: «Я очень благодарен всем Матаджам, которые ходят на этом фестивале вообще с покрытой головой. Спасибо, что вы защищаете нас, брахмачари». Вот. То есть это так вкратце. Может быть, конечно, кто-то захочет. Такой вопрос есть. Я очень горжусь своим мужем, и всегда хочется о нем рассказывать другим преданным. Нормально ли это? Мне кажется, что лучше всего не другим рассказывать о нем, какой он привлекательный, какой он хороший, какой им гордитесь, а лучше ему самому об этом говорить. Нужно каждый день об этом. И второй вопрос. Вы старший Матаджи. У меня очень важный вопрос. Если у женщины наступили критические дни, может ли она принимать инициацию, если другого шанса не будет? Я как бы не являюсь жрецом, я как бы точно не знаю, но мне кажется, что если критические дни, то, может быть, инициация как бы состояться может, вот в самом этом огненном обряде она может не участвовать. То есть ей четко начитают, дадут имя, а вот зерно бросать в огонь, может быть, она
пройдет какое-то другое время, когда у них в городе или там где-то в другом большом городе рядышком будет проходить еще инициация, то там она потом пройдет обряд сам. Галисяк, я сегодня буквально задавала этот вопрос преданным брахманам, которые проводят ягью, и они мне ответили вот точно так же. Да, что просто инициацию можно сесть на ягью в другой раз. Мы будем идти дальше. Как помочь мужу зарабатывать деньги? Но мне кажется, что нужно обсудить в семье, насколько ваш муж хочет, чтобы вы были заняты во внешней деятельности. Да, например, я в какой-то момент, не нужно было, я работала, но в какой-то момент я сейчас сижу дома, и я слышала такое мнение на женском форуме, да, когда обсуждали, что когда женщина работает, зарабатывает деньги, то она таким образом не дает эту сумму денег заработать своему мужу. Поэтому вы можете обсудить в семье, как помочь, ну, в плане финансово. На самом деле, то есть этот вопрос, он может иметь еще другой аспект, что когда женщина, она выполняет все свои обязанности по дому очень хорошо, то она дает энергию мужу, чтобы он зарабатывал достаточно денег. То есть если женщина все чисто убирает, она следит за детьми, она готовит очень вкусный просад, она говорит ему вдохновляющие слова, то есть она действительно является его энергией вдохновляющей, то такой муж, он... как бы он будет иметь достаточно сил, чтобы выходить в этот мир и, так сказать, встречать тот вызов, который ему бросает этот мир, и то есть, тоже исполнять свой долг. То есть если женщина, она исполняет свой долг, то муж, он будет желать обеспечить такую женщину всем необходимым, и он будет желать сохранить ее для семьи. То есть в этом, на мой взгляд, в этом ее роль. Спасибо. Живем с мамой мужа. Мама не преданная, она очень замечательная женщина, но взгляды у нас расходятся. Мне нужно служить мужу или маме мужа? Муж инициированный, преданный. Мы как раз сегодня читали вот эту седьмая песня, там, да, доброжелательно быть настроена к родственникам и друзьям. Когда мы выходим замуж, мы принимаем семью мужа полностью, все, его всю систему, генеалогическое дерево, и говорим, да, Господь, я принимаю, и я служу. Если мы будем служить мужу, но при этом не мать его будет не удовлетворена, то муж тоже будет несчастен, потому что он любит маму. Поэтому нам нужно приложить весь разум, чтобы, служа мужу, его мама была удовлетворена. Еще, если как в течение долгих лет возникает трение, может быть, еще попытаться рассмотреть вопрос индивидуального проживания, чтобы вы как семья жили не с родителями. Момент надо даже постараться понять, почему она не удовлетворена, чего ей не хватает. Здесь все может быть не так сложно, как кажется. Просто попытаться понять человека. Может, ей не хватает уважения, может, не хватает почтения. Может, не хватает благодарности, может, мы не хотим принимать ее благословений. А для старших это очень важно. То есть надо ей отвести ее место, дать ей то, что она по праву заслуживает, и она будет удовлетворена, и все будет замечательно. То есть иногда нам люди сами не знают, чего они на самом деле хотят. Надо постараться разобраться. Все очень индивидуально, конечно. Надо постараться разобраться, почему она недовольна. Если она одна, где искать защиту? Порой приходится быть сильной, брать на себя мужские обязанности. Как при этом остаться матаджи? Для того, чтобы быть сильной, надо, вернее, наоборот. Мы все очень такие вот сильные, нам кажется, что нам надо быть сильными. И это на самом деле значит, что мы слабые женщины. А чтобы быть слабой женщиной, надо быть очень сильной. Не знаю, понятно ли, что я сказала. Когда женщина становится женщиной и проявляет слабость,
Ей для этого нужно быть очень сильной, для этого надо быть очень, очень сильно зависеть от Господа. И когда она так себя ведет, то она не будет одна. Обязательно появится кто-то рядом сильный, кто будет о ней заботиться. И поскольку мы такие все сильные, то никто рядом сильный другой с нами появиться не может. Вот так что надо над этим задуматься. Я иногда тоже, когда эту тему поднимается, я привожу такой пример, аналогию. Когда вы видите на улице маленького, беленького, пушистого котенка, какое у вас возникает чувство? Взять его на руки, погладить. И поэтому мы должны быть вот такими маленькими, беленькими, пушистыми котятами, когда пробу видя таких слабых, милых, живых существ, они хотят принимать ответственность, да, за нас. Но если мы коня на скаку остановим, горящую избу войдем, то будет привлекаться пробу, в роли которых вы будете выступать как матери. А вы не будете, тогда женщина не удовлетворена, если слабый мужчина, и он ищет вот этих, как мать, жену. Поэтому нужно развивать в себе вот эту энергию женственности и общаться с теми, которые... Дело в том, что мы никогда не сможем реализоваться как преданные, если каждая из нас не реализуется как мать. То есть каждая из нас должна стать матерью в первую очередь. И для этого не обязательно рожать детей. Имеется в виду наше состояние, умонастроение. Да? То есть это та, кто бескорыстно отдает, бескорыстно заботится. Ни от кого ничего не хочет взять, а хочет только дать. И мы много говорим о том, что материальная энергия – это энергия поглощения, эксплуатации. Духовная энергия – это энергия служения, энергия отдачи. Если женщина, она культивирует в себе, в своем сердце вот это состояние отдавать, любить, заботиться, то вокруг нее столько появится объектов, о которых она сможет любить и о которых она сможет заботиться, которые захотят стать объектами ее любви. И мужчина появится, и дети появятся, и друзья все появятся. Если женщина, она одинока, ей надо подумать о том, что, может быть, она слишком вот в этом настроении таком. Вот мне, чтобы меня любили, чтобы мне давали, обо мне заботились. Это, ну, оно действует только так, по-другому не работает. Может, сюда ближе, здесь микрофон короткий. Вопрос звучал, как будучи одинокой, не приобрести мужских качеств, да? Когда ты одна, когда тебе приходится там прибить что-то, принять решение о том, куда идти ребенку, там. Ну, такие очень важные вопросы. И реально ты боишься, что ты станешь очень сильной такой. И где взять пробу? И это не только мой, у меня подруги, которые тоже говорят: «Боже, я боюсь, что я слишком сильная». Ну вот. То есть ты реально выполняешь мужские, решаешь мужские вопросы. А еще попросили спросить, если матаджи не замужняя, как насчет покрытия головы? По поводу покрытия головы, то есть незамужним матаджем в первую очередь. Ну, так, опять-таки, это только как бы пожелание. Вы все взрослые матаджи, вы все как бы, ну, вы сами разумны, вы можете все сами выбирать. Это просто то, что вот реально действует. Я вот по себе сужу, вот, что, например, мне сейчас мне очень неуютно ходить непокрытой головой. И такое ощущение, что я раздетая. Просто попрактикуйте какое-то время, попробуйте в храме, не обязательно дома, а там в храме, да, где вот вы, хотя бы в обществе преданных, попробуйте какое-то время походить с покрытой головой, вы почувствуете другое, вы себя женщины почувствуете, я вам гарантирую. Я
я хотела дополнить, потому что в прошлом году Лилас Марнера говорила, что если вы покрываете голову, вернее, не покрываете, тогда прабу, ну и как вы одеваетесь, если вы там в джинсах ходите, в топике, если мужчина смотрит на вас вожделением, он отрывает от вас кусок энергии, и вы начинаете болеть. То есть чем больше на вас вожделением смотрят, вас объели, вы вечером пришли домой уже разбитые. Это во-первых. Во-вторых, я еще слышала, если покрыта голова, женщина целомудренная, и у нее рождаются благочестивые дети. Спасибо. Спасибо. Здесь вопрос. Я бы хотела, чтобы тот, кто его задал... Юль? Маша спросила, как мне развивать себе мужские качества, когда тебе приходится быть одной. Но опять же, почему женщина осталась одна, то есть к этому надо возвращаться. Почему она осталась одна, почему ей приходится эти мужские качества проявлять. То есть что-то где-то было не так сделано. И если тоже ситуация возникла, то надо продолжать стараться вести себя как женщина. Стараться быть достаточно сильной, чтобы оставаться слабой. То есть где-то что-то придется терпеть, какие-то неудобства, какие-то нерешенные в жизни ситуации. Но со временем, если начнет проявляться женская энергия из нее, то обязательно рядом появится мужская, которая начнет все эти моменты решать. Ну, другого способа нет. Я, конечно, понимаю, что это очень трудно, когда тебе самой приходится что-то делать. Но зависимость от Кришны. То есть если у нас нет тут явно проявленного мужчины в нашей жизни, то тогда Кришна должен быть вот этим мужским началом, которое в нашей жизни проявляется. Зависимость от него полная. Вот, да, молитва. Не знаем, как, куда отдать ребенка, в какую школу. Значит, надо молиться Кришне день и ночь. Пройдет. У меня такое было, не знала, в какую школу ребенка отдать. Я 2 месяца молилась просто. Одно утро я встала, я просто знала. Я знала, в какую школу его отдать. В сердце. То есть я знаю, это было не мое решение, а Кришна мне помог это решение принять. То есть женщина не может быть независимой. У нее начинают проявляться мужские качества тогда, когда она живет и действует независимо. То есть внутренне мы зависим от Кришны. Если внешне, да, у нас нет мужчины, значит, должны быть какие-то старшие преданные, может быть. К счастью, мы в Исконе, у нас есть семья, есть мама и папа, старшие преданные. Найти кого-то, от кого ты зависишь, какую-то семью старших преданных, с которыми ты можешь советоваться, которые могут тебя направлять. И вот это зависимое положение, оно помогает сохранять женственность. Следующий вопрос. Я прочитаю вопрос, но тот, кто его задал, я бы хотела, чтобы немного уточнили. Может ли жена помочь мужу найти его цель в жизни? Если может, то как? Спасибо. Если можно уточнить, является ли муж преданным, или же муж не является преданным. То есть вы бы хотели, чтобы он стал преданным и то есть нашел высшую цель, да? Прежде всего, мы как бы говорили об этом на прошлых таких наших форумах. То есть прежде всего для жены важно быть в своей правильной второй роли. То есть говорили о том, что муж – это главенствующее положение в семье, независимо от того, даже если мы раньше стали преданными, но как бы, мужское начало, оно первичное. Поэтому жена, она занимает свою вторую роль, и она как бы создает для мужа все благоприятные условия. То есть если муж видит, что жена, став преданной, то есть в доме стало чище, просад стал вкуснее, то есть пища, которую она готовит, стала вкуснее. Жена стала красиво одеваться, но имеется в виду не сексуально, а имеется в виду как бы очень чисто, опрятно, красиво, именно изысканно, духовно. И то есть она очень хорошо ухаживает за детьми, она стала уравновешенной, она контролирует свои чувства. То есть если муж видит, что ее занятие духовная практика, то есть она не как бы не тычет ему четки в нос, там, она не, никак, скажем так, не наставляет его, но всем как бы своим правильным поведением она дает именно вот эту энергию мужу. И она может когда-то как бы устроить, чтобы он пообщался с какими-то хорошими преданными, то есть либо пригласить их в гости к себе, либо сходить к ним в гости.
там, какой-то, не знаю, вегетарианский ресторан. То есть вы смотрите, какие у вас есть возможности на месте. То есть она способствует, чтобы у него появилось какое-то хорошее общение, или чтобы он заинтересовался какой-то книгой, послушал какую-то интересную лекцию. То есть, ну, очень важно не навязывать, а просто, то есть, вызвать в нем такой позитивный интерес. И тогда муж, он естественным образом, ну, конечно, есть люди разные, и, то есть у кого-то это займет 20 лет, у кого-то это займет полгода. Но если жена, она правильно исполняет свою роль, тогда мужчина, он естественным образом, он привлечется этой благостью, этой энергией благости, и он тоже захочет возвышаться. И тоже, то есть очень важно, чтобы жена была терпелива. То есть не так, что она полгода пытается, а потом начинает его пилить, что вот ты еще не стремишься к высшей цели, а падший ты такой. То есть жена всегда должна быть на второй роли, и то есть это ее зависимое положение для нее очень благоприятно. То есть это ее защита. Вот, и тогда муж, он захочет постепенно брать на себя больше ответственности, в том числе в духовной жизни. И там еще преданные спрашивали рассмотреть как бы два варианта, то есть если также муж преданный. Думаю, что если муж преданный, то тем более, то есть это еще больше, то есть можно сказать, что это тот же ответ, но в этом случае жена, она еще больше должна уважать мужа как преданного, и то есть она должна понять, что муж, он уже общается с преданными, он общается с духовными учителями, он общается с какими-то наставниками. И то есть очень важно для жены, как бы сказать, не подталкивать его и понимать, что это мужчина, что он примет решение, что он, то есть он на самом деле гораздо более разумен, чем мы. Поэтому то есть в этом смысле мы исполняем правильно свои обязанности, мы молимся за мужа, если у него есть какие-то трудности, слабости, но мы должны давать ему эту как бы энергию поддержки, и он сможет прогрессировать очень быстро. Хотела немножечко добавить к тому, что Саманджари тоже сказала, что в принципе муж преданный или не преданный, наша основная задача — это молиться за него и просто исполнять свои обязанности жены. Если мы, в случае, если муж преданный, если мы просто следуем ему, помогаем ему в его служении, служим ему и молимся за него, то все остальное сделает Кришна. Потому что это совершенно не в нашей компетенции, не вообще не в нашей функции, вообще не в наше дело помогать ему искать смысл жизни. Он пришел тут со своими задачами в этой жизни, его ведет Кришна, он в поиске, и этот поиск направляем не мы. Да, мы как-то ассистируем в этом, но даже не помогаем, да, слово «помощь» какое-то неправильное. Вот в английском есть два слова, это «assist» и «help». И они разные, эти слова, на русском это одинаково звучит. «Help» — это помогать, и «assist» — это ассистировать, да, как на операции есть хирург, а есть там тему, кто скальпель подойдет. Когда мы мужу помогаем, это мы ему помогаем не так, что мы... Я сейчас тебе расскажу, какую тебе лекцию слушать, какие там надо туда ходить. Нет, мы исполняем свои обязанности, подаем ему скальпель. А он там дальше Кришна разберется, что ему резать, да, куда ему идти. Вот, поэтому ну, надо занять свое положение, нужно просто выполнять свои обязанности и молиться за него. И все в его жизни будет разрулено. Мы просто делаем свое дело. Вот встали, заняли свою ячейку, и вот там вот делаем то, что мы положено делать. Все остальное у него будет хорошо. И еще вот по поводу того, что такое одеваться, тут я шептала Саманджари за спиной, что одеваться опрятно, не сексуально, но вот так вот целомудренно. Но мужья есть разные, и некоторым мужьям нравится, чтобы женщина одевалась сексуально. То есть мы одеваемся так, как ему нравится. Потому что если мы его этим не привлекаем, то он будет смотреть, наверное, на кого-то на улице, кто одевается сексуально. Хорошо, преданные, у нас координатор сказал все. Мы завершаем сегодня первый день. Спасибо вам большое. Смотрите. Что вы активны. Три вопроса мы оставляем на завтра. Есть два вопроса? А, у Юли. Смотрите, здесь одна преданная написала вопрос, она может подойти ко мне.